На Владимир водоканал «Надейся, но сам не плашай». Жители дома номер 4 на улице Подбельского вынуждены передвигаться по квартире в калошах. Такие канализационные потопы тут не редкость, рассказывают собственники. Подвальное помещение одноэтажного дома с вековой историей семья Артемьевых переоборудовала под жилое помещение. Здесь две комнаты сыновей Георгия Дмитриевича и кухня. Именно они больше всего и пострадали. Вот здесь, когда полный колодец, метр с лишним у меня воды там внизу, на кухне. Пытались вызвать, экстренные службы. Вот. Они когда приедут, когда нет. Ну, приедут там через день, может быть. А то и бывает приезжает нормально. Вот. И хорошо спросить колодец. В этот раз Артемьевым повезло. Сотрудники Владимира водоканала среагировали на звонок быстро. Оказалось, что причина регулярных подтоплений в обыкновенном засоре городской канализации, соединенной с колодцем дома номер 4. Конкретно в сегодняшнем случае кто-то в ближайших домах смыл в канализацию тряпку. Принцип сообщающихся сосудов и неправильно установленная труба на Подбельского 4 дали такой результат. У них подвальное помещение. В подвальном помещении должен быть взят обратный клапан или задвижка. У них этого нет. То есть колодцы наполнились, и часть воды к ним попала в подвал, в их дом, так скажем. У них вообще канализация такая древняя, сделана по команде кого-то, кое-как. То есть там куча всяких нарушений. Александр Николин напоминает, что канализация – это не мусорный мешок. Нельзя выбрасывать туда тряпки и прочие бытовые отходы. А в случае засора необходимо позвонить в круглосуточную службу по телефону 53 49 09. Евгения Палагина, Александр Горшков, Губерния 33.